Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Use your power. Spirit, use your wings.
freedom. Hold on to me. Don't let me go. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. The sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Это был велопробег вокруг города Серова. 72-73 километра получилось. Целью его было проверить, насколько велосипедисты подготовлены, выносливы. Насколько? Ну, устали все, но в принципе все вынесли, все хорошо, все подготовлены, я думаю. Можно увеличивать темп. И расстояние? И расстояние даже возможно. Когда ждать следующий велопробег и есть какие-то идеи, какой он будет? Да, идеи, по маршруту. Идеи есть по маршруту. Возможно, это будет какое-то видоизменение данного маршрута. Возможно, будет что-то новое. Хотим сделать такие рамки. То есть пожестче, что ли, повыше темп, и именно держаться этого темпа, повыше дисциплину, держаться, ехать в колонне. Ну вот как-то так. В целом я очень доволен сегодняшними покатушками, потому что мои ноги забыли, что такое 70 километров на велосипеде. А жопа помнит? И жопа забыла на самом деле. Вот. Но большое спасибо парням, что сегодня собрали всех. Конечно, много не получилось. Проехать дисциплинированно не получилось. Не получилось собраться вовремя, как всегда. Почему? Потому что вот у нас все постоянно так и происходит. Вот. Но ребята пообещали, что они решат эти вопросы, так что я в них верю. Ты примешь участие в следующем велопробеге? Думаю, скорее всего, да, чем нет. Потому что каждый раз, когда я приезжаю в Серов, обязательно кто-нибудь катается на велосипедах, значит, я буду в следующем велопробеге.